Хоть обезьяны и гуляют, еда ставится в вольеры. Чтобы вольеры были хорошим, любимым, интересным местом. Там игрушки, там еда, там гамаки, в которых они спят. Потому что время от времени все равно всех надо загонять по домам. Это необходимость. И если Эля еще гуляет все время свободно, то Нюра должна сидеть в своем вольере. Но она беспрекословно туда идет. Она знает, что там хорошо. Эля! Эля! Ну ладно, иди сюда. Нет? Все, мы заняты. Мы заняты, мы кушаем. Да, девочки? Ох, какое все-таки у тебя лицо хорошее, Элечка. Такое умное и вместе с тем наивное. Вот молодец, а ручки-то кривые немножко еще. Заняты. А, ну от заняты, конечно, она ест. Она одной рукой не умеет ловить. Ну-ка. Молодец. Умница. Вот сейчас Нюра отнимет. Нюра жадная такая. Молодец. Ух ты. Вот так вот. Вот, дрессировка обезьян. Нюре нравится этот мячик, она его портит все время. Она уже выдрала из него. Нет, не нравится. Ну-ка. Ах, красотка с оранжевым шариком. Ну, не-не-не-не-не. Ну, не надо. Ну, камера это другое. Ух ты, ловкая это какая. Ловкая, молодец. И все равно уронила. Ну, вот. Ну-ка. Ой. Ах. Она его сама поднимает. Вот. Вроде бы и движения ловкие, а вроде как-то роняет. Мася возмущен. С ним никто не играет, его закрыли. Тут Нюра. Ну я же говорю, что Нюра отнимет. Она жадная. Если что-то у Эли, ей надо. Раз и за ухо ее. Ага, конечно. Отпусти. Ох, девки. Ох, девки. Какие вы девки все-таки. Руки твои с попой.